Всем привет, всем доброе утро. 31 мая, 7 утра. Будильник был заведен на 6, но каким-то волшебным образом он прозвенел в 7. Я не знаю, как так получилось. Не знаю, как так получилось совершенно. Ну ладно. В общем, этот день настал. Всю неделю прошлую я морально готовилась к тренировке на улице. Все решено, с понедельника решено. Погодка, конечно, испортилась, но ничего, нас не сломить. Нас не сломить, Анюта сказала, Анюта сделала. Сейчас пьем воду, делаем протеиновый коктейль из банана и кокосового молока. И идем тренироваться, идем. Не знаю, что из этого получится, но надо. Я не тренировалась целый месяц, даже дома. Не тренировалась совершенно. Меня сейчас ломает. Меня ломает, мне не хочется. Мне хочется полежать, остаться дома. Но. Надо. Нет. Не надо. Я в душе хочу. Я искренне хочу пойти тренироваться, потому что после тренировки я чувствую себя великолепно всегда. Просто вот эта вот маленькая лень, она как бы, да, как бы вот эту вот каплю дегтя в бочку меда добавляет. Я хочу пойти потренироваться. Это такое маленькое преодоление себя. В общем, стакан воды. Стакашек воды. Яички вареные. Приду, попью кофейный напиток, яички вареные и сыр бри. Будет у меня такой скромный завтрак, потому что я планирую заказать роллы. Много-много роллов. Хороша водица, прямо чувствую, как эта живительная влага пробуждает мой организм. Хороша. Так, ну что, готовим. Жух. Жух. Так легко и непринужденно. Быть. Я люблю и ненавижу, у меня срывает крышу. Это кролик типа выглядывает, если вдруг кто-то не понял. Медь джедая. Хоп. Ну что, у нас чудо-напиток готов? Очень вкусно. Очень вкусно, но этого вкуса кокоса не чувствуется. Вкусненько. Mm-hmm.
какое небо красивое. Уже вода уходит, берега. Ой, эти островки появляются. Скоро там будут люди тусоваться по выходным. Небо шикарное. Но как будто бы дождь собирается, да? Нас-то этим не напугать, да? Решение принято. Идем до победного. Ой, тяжело. Как же тяжело, боже, как же тяжело. Но ничего. Первый раз всегда тяжело. И начинать всегда тяжело, да? После, особенно после долгого перерыва, всегда тяжело. Но мы это преодолеем, мы справимся, мы можем. А? Я верю в себя. Это я так себя это настраиваю на позитив. Блин, ну посмотрите, как классно, а? Хоть и не голубое небо, но какая красота. Шикарно. В общем, я решила спуститься. Класс, да? Боже, как классно поют птички. Красота. Немножечко хорошего настроения этой музыки для ушей, для вас. Заливается. Класс. Как будто в лесочке. Маньяки, извращенцы, ау. Нет, только птички. Только птички поют. Класс. Так, ну что, вот здесь я сегодня буду тренироваться. Она, конечно, не супер чистая, углы я не буду снимать, чтобы вас не шокировать, но в центре все достаточно прилично. Я одела капюшон, буду в капюшоне тренироваться, потому что сегодня достаточно такой прохладный ветер, а у меня уже с прохладным ветром была неприятная ситуация, поэтому не хочу, чтобы она повторилась. Будем в капюшоне. Тем более меня здесь никто не видит, надеюсь, сюда и никто и не спустится, поэтому, ну, как бы, стесняться некого. Вот, еще что хочу сказать. Я не тренер и не планирую им стать. Да? То есть я снимаю это видео чисто для себя, такой видеоотчет, что я смогла выйти на тренировку, и я ее сделала. Ни в коем случае здесь нет посыла, как надо делать, смотрите на меня, я знаю правильно, повторяй за мной. Нет, ни в коем случае. Тренировку я взяла из интернета, тоже с Ютуба. Я ее сейчас повторю, и все. Это такой видеоотчетик. Видеоотчетик. И все. Чисто для меня. Чтобы сегодня я почувствовала себя большой умницей, что я встала, несмотря на плохую погоду, взяла и пошла. Пошла и потренировалась, и довольная собой, как слон. Там вот у нас стадион, все изрисовали, но ничего. В общем, что, приступаем? Это легкая тренировка. Как же я ошибалась? Смотри.
Трезвит просто. Перерыва. Фу. Ох.
смогла дойти до верха. Это пиздец. Сейчас попробую с второй попытки. Я решила, на этой неделе я отрабатываю эту лестницу, чтобы получалось все идеально. Но это очень тяжело. На сегодня достаточно. Идем домой. А то я боюсь, сейчас бомбанет. Я думаю, для первого раза окей. Ой, смотрите, кажется, голубое небо проклевывается. Птички поют. Слышите, как заливается? А я иду домой на полусогнутых. Надеюсь, доковыляю. Ой, как хорошо, а? Ну как же хорошо.